Кому на Руси жить хорошо? Часть первая, глава первая, краткое содержание. Вскоре путешественники встречают попа. Лука рассказывает о затеянном споре и спрашивает, сладка ли жизнь поповская. Священник надолго задумывается, а затем отвечает, что поскольку роптать на Бога грех, он просто опишет мужикам свою жизнь, а они уже сами смекнут, хороша ли она. Поп отвечает, что свой крест несет со смирением. Если мужики считают, что счастливая жизнь – это покой, почет и богатство, то ничего подобного у него нет. Люди не выбирают время своей смерти. Вот и зовут попа к умирающему, хоть под проливным дождем, хоть в лютый мороз. Да и сердце иной раз не выдерживает вдовьих и сиротских слез. Ничем не лучше обстоит дело с почетом. Поп служит объектом для острот простого народа. Про него сочиняются непристойные сказки, анекдоты и небылицы, которые не щадят не только его самого, но и жену попадью, и детей. И богатство у попов теперь не то. Прежде, когда знатные люди жили в своих родовых поместьях, доходы у священников были неплохие. Помещики делали богатые подарки, крестились и венчались в приходской церкви. Здесь их отпевали и хоронили. Таковы были традиции. А сейчас дворяне живут в столицах да за границах. Там и все церковные обряды справляют. А с бедных крестьян много денег не возьмешь. Мужики уважительно раскланиваются с попом и отправляются дальше. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.